Бийские живописцы стали инициаторами проведения международного арт-саммита. Недавно художники вернулись из экспедиции по Горному Алтаю, где и приняли решение пригласить на свою ежегодную встречу коллег со всей страны и даже мира. О своем замысле мастера кисти сообщили на выставке работ, написанных как раз-таки во время путешествия в Республику Алтай. На протяжении недели они жили на слиянии рек Чуя и Катунь. Подобные художественные встречи проходят ежегодно, уже больше 5 лет. Для творческих людей это возможность не просто побывать в красивом месте, но и обменяться опытом со старшими и опытными коллегами. Отметим, что в этом году экспедиция «Инигенст» получила статус межрегиональный. Бийчане пригласили на свой пленэр художников из Иркутска, Кемерово, Республики Алтай. Расширение культурной среды оказалось настолько успешным, что бийские художники теперь решили познакомить с красотами Алтая коллег со всего мира. Первый арт-саммит под названием «Инигень», основателями которого стали жители Наукограда, пройдет через год. Подготовка к нему уже началась. Об этом должны знать все жители, как минимум, Алтайского края, и приехать на этот арт-саммит, познакомиться с художниками с разных стран, посмотреть их работы, возможно, что-то там и приобрести, а самое главное – увидеть вот эту красоту. Потому что художники, они, как правило, открывают людям глаза на красоту.